никому не нужный блог. Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог, и пока в городе пробег ретро-автомобилей, мы на него не идем, потому что... Вот. Вот новая кандидатка на роль двери с Дальнего Востока. Здесь есть все, динамик, пленочка, стекла, короче, все, что надо. Че делаешь? Че происходит-то? Короче, не состыковались двери. Какой из них надо оставить? Хороший вопрос. Самое главное, что мы забыли снять процесс установки двери. Это было сделано. Очень хорошая дверь попалась. Прям вообще. Парни сказали, что в идеальном состоянии. Может, это, конечно, в транспортной компании. Но не верю вообще-то в эти басни. Чтоб без зазоры, чтоб как заводские. Ну-ка. Перфект. Красивенько. Сережа устал. Чистик экстрим, и ваши ручки будут чистые даже после ковыряния в жопе. Руки чистые, поэтому теперь можно снимать, не страшно трогать камеру. Но основное вы поняли, дверь на месте. Теперь можно забрать запчастюльки с экзиста. Тромбулер. Тромбулер. Новый. Toyota. Yaris. Honda Civic.